Главнее всего погода в доме. Жители Барвихи уверены, она зависит в том числе от состояния крыши. А на трех многоэтажках в поселке кровля уже почти как новая. Подрядчик ведет работы по замене наружного водостока. В целом жители довольны проведенным ремонтом. Им очень понравилось и результат полученный, и в процессе культура проведения работ. Подрядчик дает гарантию. Состояние кровли не будет вызывать нареканий в ближайшие 5 лет. Я на втором этаже живу, в 17-м доме. Вот в этом? Да. И ко мне голубь через вентиляционную трубу на второй этаж прилетел. Причем в пятницу, когда ЖКХ закончили работать. И 3 дня у меня там жив. И вот мы очень просим, ну поставьте вот на эти, вот как мы сегодня разобрались, решетки. Да. Вентиляционные трубы оснастят решетками в ближайшее время. Кроме того, в плане заменить почтовые ящики и перила. В следующем году в поселке капитально отремонтируют еще 2 дома, номер 26 и 17. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».